Чем недоволен этот парень? Да. На, тортеллой! Просто получи! У родителей воровать нельзя! Ребят, никогда не воруйте у родителей. Почему? А, потому что у него типа старые ботинки, над ним все смеят. Ну серьезно! Смотри, 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 смотри. Смотрим. Смотрим. Тут горячо, тут горячо. Вы это видели? Всем привет, с вами Кайси Дарумзи, и добро пожаловать в новую игру под названием Be The Judge. Извините за мой английский. Это симулятор судьи, ну или симулятор жизни, так как мы вместе с вами будем решать разные жизненные головоломки. И, кстати, чтобы у вас было все круто, и вы бы хотели быть вот таким вот красавчиком или вот такой красавицей, обязательно, прямо сейчас ставьте лайкусик и не забудьте нажать красную кнопку подписаться, а мы погнали! Привет, я Джастин. Случаи из Be The Judge заставят тебя поломать голову. Окей, давай посмотрим. Первое дело. Чувак едет на машине, ничего необычного. Что может... ты проехал на красный свет. Окей, нам нужно понять, почему он проехал на красный свет. Ну, ребят, это слишком просто. Если не можешь найти ответ, нажми... Не-не-не-не-не-не-не, никакие подсказки. Эй, я не хочу подсказку. Ладно, ладно, давайте подсказку. У него беременная жена, кто бы сомневался. Реклама? Да боже мой, опять реклама. И тут реклама, как от нее отказаться? A few minutes later. Итак, нам нужно судить. Что мы ему здесь назначим? Здесь ты решишь судьбу водителя. Освободить его, отправить на каторжные работы или чтобы он заплатил денег. Но смотрите, на красный ездить вообще нельзя. Пускай заплатит деньги. А, 52% ответило, что нужно было его освободить. Но ладно, 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 пускай будет так. Мы прошли с вами первый уровень. Торт в лицо, погнали. Чем недоволен этот парень? На, тортеллой! Просто получи. Так, подожди, смотрим. Внимание, просто дал тортом. Чем недоволен этот парень? Почему? Чем он недоволен? Давайте решать. Нам нужно будет его судить. Так, нам нужно найти... этот чувак способствовал тому, что нужно было вырубать деревья. Смотрите, мы должны пацана, который бахнул тортом, либо посадить, либо заставить заплатить деньги, либо поздравить нормальным тортом. Ну окей. А почему 42% так же и сделал? Ладно, поехали дальше. Нет, 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 как это выключить? The next day. О, я выключил рекламу. Так, больничная палата. Почему он пере... Вы посмотрите, там, короче, чувак лежит на больничной койке. Этот подошел и перерезал. Почему он... А, мы должны с помощью вот этой лупы найти, почему перерезал. Так, может быть, у тебя что-то интересное? Это был... Да боже мой! Так вот, почему он перерезал. Там был яд, поэтому он это и сделал. Итак, похоже, он спас пациента. Мы должны, получается, засунуть, почему он плачет. Отправить его на Гавайи или наградить. Наградить? А, мы должны были отправить его на Гавайи, я так понимаю. Ладно, ладно, ладно. Мы с вами про... Ну, мы просто его наградили. Мне кажется, неплохо. Четвертый уровень. Юный воришка. Поехали. Почему он украл деньги? Смотри, подходит такой. Опа! Опа, братишечка, мамашка спалила, почему ты украл деньги? Почему? Потому что ты паскуда. У родителей воровать нельзя. Ребят, никогда не воруйте у родителей. Почему? А, потому что у него типа старые ботинки, над ним все смеят. Ну серьезно, ты мог сказать родителям, у меня ботинки порвались, уже пальцы вон торчат. Просто вылезли нафиг пальцы, нужно что-то делать. Тебе бы помогли, понимаешь? Так, что мы должны с ними сделать? Вор всегда остается вором. Это правильно. Нужно было сказать правду. Нужно отобрать у него компьютер, отправить его продавать лимонад, либо заставить косить траву. Ну, отбирать компьютер сейчас век технологий.
технологии неправильно, заставит зарабатывать самому деньги. Вот, это правильный ответ, ребята. Все. Мы сами решили, пускай зарабатывает сам деньги. Итак, мне это не нужно. Пятый уровень, что у нас дальше? Глубокий вырез. А, я не про то подумал. Почему он выбрил там, где не надо? Так, еще раз смотрим. Так, он, смотри, раз, два. Я думаю, догадываюсь, почему. Потому что там проходила девчуля, и он такой, нифига себе. Что нужно сделать? А, нужно, чтобы заплатил деньги, заколотить окно, либо сбрить полностью? Нет, нужно, чтобы он, конечно же, сделал компенсацию и заплатил деньги. Вы представьте, вы приходите, вас такие стригут, это просто фьёу. Финалы все такие, что? Ну, ладно, деньгами можно было откупиться. Шестой уровень. Недовольные гости. Почему посетительница не оплатила чек? Нифига себе, 150 баксов еще и плеснуло каким-то зеленым просто в лицо официанту. За что? А ведь официанту-то за что плескать? Может, на лице что-то осталось? Что с чем-то недовольное? У тебя что? Может быть... А, я вижу! Тарелки муха! Так, смотрите, получается... Облепить ее мухами! Конечно же, мухами! А, нужно было бесплатный обед? Просто жесть! Мы облепили ее мухами! Ну так ей надо! А зачем официант-то, что виноват? Ну прилетела муха, села повару, плескай! Легкий тюнинг, так... Она гвоздем на машине нацарапала? Зачем она поцарапала? Что, может быть у тебя... Я люблю тебя, папочка! Серьезно, гвоздем? Если бы моим дети мне на машине вот такое вот нацарапали, наказание было бы действительно строгое. Так, нет, не хочу я ничего сынить. Так... Нацарапать ей на машине в ответ, или это кровать ее? Отправить в лес кошмаров или пощек... В лес кошмаров, конечно! А, здесь надо было просто нацарапать в ответ, но на самом деле... Я перепутал игру, ребята, это не симулятор бога. На взлетной полосе. Итак. Вы этого не видели. Вы этого реально не видели. Это будет заблюрено. Офигеть. Зачем она его толкнула? Так, может быть, что-то в сумке? Он был, получается, запрещенная в России организация, короче. Ну, смотрите, ее нужно освободить, посадить или... Прокатить на самолете. Естественно, ее нужно освободить. Она спасла, получается, самолет от этого. Запрещенная в России организации. В общем, она запрещенная везде, но... Ладно, поехали. Девятый уровень. Маленькие проказники. Ну-ка посмотрим. Починю, они подложили учителю кожуру. Нифига себе, так мог... Понимаешь? Учитель упал головой на плитку. Почему подложили? 31... шутка такая. А если бы все, двоечку по экзамену, выгнать со школы, со школы выгнать тебя. А, надо было просто двойку поставить по экзамену. Ну ладно, мы выгнали. Я просто сразу выгнать со школы, отправить в ад, просто отправить. Ух ты, смотрите, мне предлагают какое-то колесо крутить. Не, я не хочу ничего крутить, я хочу решать загадки. Я хочу решать головоломки. Пахучий лифт. О, кто-то в лифте, походу, напердел. Почему он упал в обморок? А, смотри. Смотрим. Тут горячо, тут горячо. Вы это видели? Подружка шла и, короче, навоняла в лифте. Вот это да. Замотать ее скотчем. А, газ какой-то, убиратель газа в тюрьму. Я думаю, что нужно ее скотчем замотать. Все ответили. Все отвечают, нужно замотать скотчем. Вы понимаете? Так навонять в лифте, что два мужика просто вырубилось. Это жестко. 11 уровень называется снайпер. Почему он целился в женщину? Так, это что? За женщиной, товаришка, смотри, сзади не... Только не стреляй, только не через нее. Пускай отойдет, пускай хотя бы отойдет. Потому что там воришка... Давай, на! Ребята, мы спасли. Так, отправить на свидание с женщиной. Дать крутой снайперский прицел или чтобы ее разорвать? Нет, отправить на свидание. Ну, слушай, он спас. Он спас женщину, красавчик, вообще, молодец. Я хотел балл ему поставить, но да ладно. Так.
Не нужно. 12 уровень. Полив. Почему он написал... Пацан подошел, просто взял и испортил цветы. А зачем он нассал в горшок? Так, давайте двери. Оп. Папа слишком... Отправить в лес, заставить папе мыть спину, что... Отправить поливать растения, заставить помыть спинку папе. Это игра, напоминаю, ребята, 12+. Я не знаю, я осуждаю данную вот эту вот штуку. Так, жестокий отец. Почему она... Это почему? Я убил отца, потому что он нас избивал. Нам нужно судить. А давайте проверим по камерам. Нифига себе! Угрожал ножом! Так, освободить, отправить в психушку, посадить. Ну, ас... Психушку? А, блин, а надо было хотя бы... Ну, надо было, чтобы полицию обратилась, да, по идее? Мы... Ну, по идее, да, психушка по ней плачет, а я освободил... Я освободил сумасшедший! Я, может быть, я тоже... Не-не-не, я нормальный, я нормальный. Разбитая ваза. Почему она на него... На тебе вазой по голове! Так, почему? Может быть, он тоже напердел? Или она напердела? Так, что-то мы должны найти. Чужой волос! Ах ты, изменщик! Ты простишь измену. Так, деньги. Склеить вазу или отправить ее на доску для дарта? Ну... Я выбрал деньги, не знаю, откупиться хотел. Просто хотел откупиться. Так, ребят, пропускаем, идем дальше. У нас уже с вами 15 уровень. Называется смерть с косой. Почему смерть забрала его жизнь? Так, нет! Да? Ну хорошо, это хоть без крови, ладно. Так, почему она забрала его жизнь? Чувак улетучился. Возможно, он что-то натворил. Так, давайте проверим. Нужно нажать на него. Моносмерть. Что мы должны нажать? Сдвинуть вверх, вниз, вернуть. А что мы должны... Что мы должны найти здесь? Подожди, подожди. Какая-то... Ребята, я пока что не могу найти. Смерть с косой. Ну, потому что, может, время пришло. Может быть, он должен был разбиться. А, подожди. Вот сюда. Если вот сюда... Эй, а что делать? Вернуть? Я вернул его. Он выбросил бутылку. Так, вернуть смерти косу, подарить новую, отправить косить. Но убивать не стоило бы, наверное. Хотя подарить новую косу было бы. Все такие ответили, ребят. 60% ответили, что нужно было смерти подарить новую косу. Та, наверное, затупилась или я не знаю что. Так, будешь судить. Кого? Томник? Не-не-не, не хочу судить его. 16 уровень. Спасатель. Почему спасатель ему не помог? Чувак просто тонул. Это просто поехал. Нифига себе. Вот почему он спасал девчульку. Ее за ней акула гналась. Ну тут, конечно, однозначно. Отправить его к акулам. Заставить чистить. Или дать медальку. А зачем? Тому чуваку ничего не угрожало, а девке угрожало, ее хотела сожрать акула. Я не понимаю логики. Я не понял, как это работает. Суматоха. Почему он голый? Нифига себе, он в пене. Так, подожди. Обратно прибежал. Куда ты бегаешь, алло? Так, а почему он убежал? Мне кажется, здесь что-то... Вот. Так, так. Он мылся. А, землетрясение. Ну, понятно, он выбежал. Посадить в тюрьму. А что? Что ему дать? Ну, выплатить компенсацию. Выплатить ему компенсацию за то, ну, хотя бы дом пускай восстановит. В смысле? Просто отпустить, а государство... Понимаешь, я-то забочусь о людях, понимаете? Я очень заботливый. Сорванный цветок. Почему он сорвал розу? Так. Ну, здесь, смотрите. Здесь мамин день. Он сорвал... Ну, так нельзя было делать. Посадить новую, заставить учить уроки. Я думаю... А, нужно было просто... Так если он посадит розу, она-то не вырастет. Что за глупости? Зачем садить розу обратно, если она не вырастет? Он уже сорвал ее, она не прорастет снова, ребят. Не работает это так. Из-за чего случилось... Нифига себе, но она красила губы, потому что свои. Потому что она не могла... Да, куда смотрела? Это все. Тюрьма тебе за рулем будет. Она красила губы и чувака сбила насмерть, понимаешь? Ну это неправильно, но это очень неправильно. Это тюрьма, мы посадили. 20 уровень, 20. И это, кстати, последнее испытание в этом ролике. У магазина. Почему он толкнул человека?
Я знаю почему. Я знаю почему. Потому что, посмотрите, над надписью магазина огромнейшая просто глыба. И она бы упала, и сосульки его убили. Она спасла. Она спасла. Конечно же, освободить. Красавица просто. Или красавец. Это красавец, походу, да? Я не знаю. В общем, друзья, не чудите, будьте хорошими, не делайте гадости в жизни и будьте красавчиками. А для этого нужно поставить лайк, подписаться, колокольчик, там все дела. Всем удачи, покидаем.